Добрый день. Представляем вашему вниманию поршневой монобок модели МЗ-400ЕД с стикировочной линией А5 и двумя накопительными столами. Давайте посмотрим основные элементы. Это входной стол ТДМ с ориентацией тары, PLC-панель или панель оператора, с которой происходит все управление, система пневмоотсекателей и датчиков, которые отсекают и считают тару, система обратных клапанов при дозировании, промежуточная накопительная емкость, цилиндры дозирующие на пневмовых цилиндрах, 4 штуки, ориентатор крышки, забивщик крышки, укупор. Дальше у нас идет этикировочная машина и выходной стол. Теперь давайте все это посмотрим в работе.